Здравствуйте, меня зовут Надежда. Сегодня я покажу вам, как с помощью телефона HTC One SV можно легко читать на сайтах интересующую нас информацию в нужном нам размере. Для этого мы выбираем текст, который нас интересует в интернете. Потом увеличиваем его до нужного нам размера, комфортного нашему глазу. И вот таким вот образом увеличиваем. И он подгоняет текст нам по экрану для того, чтобы не было вот таких вот движений. Вот все легко и просто видно. Вот так. Спасибо за внимание. Меня зовут Надежда.